Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хеміт. Деякий час тому ми в цій студії вели розмову з народним депутатом України Миколою Скориком. Я обіцяв, що ми обов'язково продовжимо говорити о проблематиці Одеської області. Я радий вітати Миколу Леонідовича в нашій студії. Добрий вечір. Доброго вечора. Дякую, що запросили. Дійсно, невеликий час пройшов з нашої останньої зустрічі. Дуже приємно вас знову бачити. Дякую. Є завжди теми, які потрібно обговорювати, є питання, на які потрібно шукати відповіді. За цей час, коли ми з вами не бачились, центральна влада остаточно поділила Одещину на 7 районів. Дуже неоднозначно, суперечливо, були акції там, протесту. Спочатку говорили про 4 райони, потім 6, 8, 7. Ваш коментар щодо нової адміністративно-територіальної такої мапи Одещини. Ну, перше, що потрібно сказати, для чого робиться ця адміністративна реформа, і про це влада не говорить абсолютно громадянам, а виключно для того, щоб скоротити бюджетні витрати, в першу чергу, на охорону здоров'я, на освіту, на соціальний захист і так далі. Тому що, коли я прийшов свого часу в одеську політику, у нас було 33 суб'єкти в Одеській області. Тобто це було 26 районів і 7 міст обласного значення. Потім додалося ще декілька міст обласного значення. Це стала Балта за останній період, Біляївка, десь щось ще. Чому наша політична сила не голосувала за це рішення щодо цієї нової адміністративно-територіальної реформи? Вона виконувалася абсолютно неправильно з точки зору взаємодії влади і власних громадян. Коли ви пам'ятаєте, фактично влада продовжила ту реформу, яку розпочинав режим Порошенко стосовно так званого добровільного об'єднання територіальних громад. Але за часів Порошенка там дійсно була певна добровільна складова, тобто громади могли приймати рішення або не приймати рішення про об'єднання. До речі, найменше об'єднаних громад, фактично їх не було, на півдні нашої області. Там великі села. І головна проблема, що це мононаціональне село. Тобто, коли село 5 тисяч населення, і є приріст населення, і головне, що вони мононаціональні. Тобто, є гагаузькі села, молдавські, болгарські, українські, албанські, російські з старовірами і так далі. І у них у всіх їх дуже важко було об'єднати. Виконуючи цю реформу, влада прибрала з, скажімо, стадії погодження регіональний елемент зовсім. Тому що на початку ці перспективні плани об'єднаних територіальних громад, вони затверджувалися Одеською, обласною радою. Потім були прийняті зміни в законодавство, за якими рішення приймала обласна державна адміністрація, не погоджуючи це з депутатським корпусом, і остаточне рішення приймав Кабінет міністрів. Що намагається зробити влада? Вони не можуть змінити адміністративно-територіальний устрій держави, тому що кількість областей, тобто суб'єктів держави, вона закріплена в Конституції. А кількість районів, вони, скажімо, не мають чіткого переліку, вони намагалися це зробити. От я сказав, що прибрали регіональний рівень. Одеська обласна рада напередодні прийняття цього рішення зверталася до керівництва держави, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, з приводу того, що з точки зору депутатського корпусу, які є обранцями громад Одеської області, повинно бути як мінімум 10 районів. Чому? Тому що йшла мова про те, що у нас не готова інфраструктура. І якщо ви їздили останнім часом по Одеській області і трішки вліво чи вправо від трас, скажімо, Одеса-Рені, чи Одеса-Київ, ви зрозумієте, що доріг у нас немає від слова зовсім. Є багато інших питань, які требували урегулювання, і найголовніше – це іменно добровільність об'єднання і розуміння ситуації. Допустим, якісь моменти вдалося згладити, але, допустим, є Болградський район, це було дуже важливо для болгарської спільноти, це третє по кількості
общинов после украинской и российской громад община в Одесской области, очень важно, что сохранили Болградский район. Действительно, защищали Березовский район, это тоже важно, что он остался. Но осталась масса моментов, и действительно не то, что недовольных, просто там ну, недовольны, потому что недовольны, а есть масса объективных моментов, которые не урегулированы. Именно поэтому наша политическая сила, мы считаем, оппозиционная платформа «За життя», мы не голосовали за это решение. Мы считаем, что эта реформа неправильна, она не учитывает интересы граждан, она приведет к колоссальным проблемам, начиная с безработицы достаточно квалифицированных государственных служащих и нужных государственных служащих с точки зрения социального обеспечения, образования и охраны здоровья. И много других вопросов. Все, то есть то, что выполняет власть, это задание МВФ по сокращению сети. Сети образовательных учреждений, сети медицинских учреждений и так далее. Ничего позитивного в этой реформе я не вижу. Да, были, наверное, моменты, которые требовали урегулирования, скажем, в центре области, где там у нас достаточно малонаселенные районы были, такие как Николаевский, предположим, там Ширяевский, которые нужно было объединять, но так как это сделано, вот так как планировалось вообще сделать, допустим, когда еще не существовало, допустим, Березовского, когда вот люди боролись за создание Березовского района, то, скажем, были точки в Раздельнянском районе, будущем, который тогда рисовался, где в одну сторону плечо было 140 километров. Можете себе представить, 140 километров добраться до районного центра. Это доступность к органам власти, это доступность ко всем услугам. Еще раз повторюсь, я думаю, что власть еще даже не осознает, с каким комом проблем она столкнется. Взрослый, ну, как бы, уж есть то, что есть. На этих выборах уже будет избираться 7 новых районных советов. Там 90, по-моему, одна у нас ОТГ в области. Опять же, очень важная проблема. То есть оно должно было, наверное, строиться совершенно не так. Наверное, сначала надо было расписать полномочия между областной государственной администрацией, районами, потому что в этих 7 районах останутся райгосадминистрации, останутся райсоветы. Еще они будут работать. В то же время создаются ОТГ, которые непосредственно замыкаются по бюджетному процессу на государственный бюджет, минуя даже область. И фактически, то есть будет масса пересечений полномочий области, но созданных районов и объединенных территориальных громад. И эти полномочия на сегодняшний день, то есть вот даже по тому, как голосовалось это в Раде, сначала было проголосовано решение о проведении выборов, потом было проголосовано правила проведения, то есть избирательный кодекс, и только потом было проголосовано уже административное территориальное деление, потому что они заявляли с трибуны, что если сейчас мы не проголосуем, потому что не, там на грани было голосов, мы не голосовали и многие не голосовали, то получилось бы, что приняв вот эти решения о выборах и новый избирательный кодекс, то такие бы выборы проходили во всех старых районах, то есть если бы не было нового административно-территориального деления. По сути, это неправильно. Это вот мы с вами играем в футбол, то есть это как все равно, что мы сначала договорились играть, определили время и место, а потом начинаем обсуждать правила и что мы будем делать. То есть сначала нужно определить, что мы будем делать, и потом уже договариваться о том, когда и где проводить это мероприятие. Это дело не в процедуре, а дело в том, что, еще раз повторюсь, это приведет в итоге к пересечению полномочий и к достаточно большой неразберихе внутри властных органов с одной стороны, а когда эта неразбериха будет происходить, то страдать от нее будут простые люди, которым нужна какая-то справка, которым нужно финансирование, которым нужно решение их социальных проблем, которым нужна качественная медицина, которым нужно решать вопросы с образованием, в котором у нас огромное количество проблем и технических, и чисто гуманитарных, когда не решаются вопросы национальных меньшинств и так далее. И всего этого эта реформа, она не дает. Просто тупо сделали там из 26 районов, сделали там 7 и на этом закончили. Щодо незадоволених, я наведу приклад там Арцизу, там Тарутина, які не хотіли приєднатися до Болградського великого району. Ні, вони не були проти Болградського району, але хотіли окремо там Арцизький район, тому що я знаю, наприклад, що в Арцизькому районі там, ну, розвивається там медична сфера, там є нормальна районна лікарня. Що буде далі? Знак питання. Пам'ятаємо акції протесту.
Тобто питань багато, їх навіть багато більше, ніж відповідь. У мене була, знаєте, така зустріч декілька років тому. Це Трибунальській районній лікарні. Ну, я зустрічався з колективом Центральної районної лікарні в Татарбунарах і задав їм питання, ну, якось, щоб підтримати зустріч. Я говорю, як ви відноситесь до медичної реформи? І ви знаєте, така настільки була негативна реакція медичних працівників. Вони кажуть, яка реформа? Ми не маємо взагалі нічого. Ми маємо мізерну зарплатню. Дайте вже нам нормально працювати, тому що хоч якийсь рівень був тієї медичної допомоги, яку ми надаємо безпосередньо громадянам. При цій реформі фактично районна лікарня має бути закрита і там реорганізовано щось інше, а це відповідно рівень тієї медичної допомоги, яка буде надаватися громадянам. Це доступність до медичних послуг. У нас, я нагадаю, от слугам, які там дуже активно захищають цю медичну реформу, що у нас чітко в Конституції записано право громадян України на отримання безплатної медичної допомоги. Це конституційне право наших громадян, воно впряму порушується. Микола Юрійович, таке питання. Я звик до того, що можу ставити вам будь-які питання. Це завжди плюс розмови з вами. Як коментуєте ту інформацію, що ось говорять, що райони на 7 поділили, щоб віддати їх, ну як то кажуть, смотрящим? Я не буду називати прізвища, інше прізвище лунають. Ці люди, з якими ми в нормальних стосунках, ну тобто поділили там Ізмаїл там комусь, там Болград комусь, там Березівку комусь. Чи це смотрящі відійшли в минуле? Ну я не знаю, що ви знаєте, у нас така політика достатньо непроста. Я тебе треба спрашувати слуг. На сьогоднішній день власті то у нас слуги народу. Я люблю говорить, все понимают как бы какие-то вещи, которые у нас есть, но для того, чтобы делать обвинения, то есть не говорить, ну, скажем, я в политике уже, скажем, имею какой-то и авторитет у людей, и стараюсь своим словом дорожить, и зря им не бросаться. Я думаю, что эти вопросы нужно задавать слугам, которые представляют власть. Если такие институты они собираются развивать, то я думаю, что люди так или иначе об этом узнают, и это не пойдет на пользу власти, потому что в итоге жизнь показала, что такие шаги, они приводят к негативным последствиям для власти. Кого они там собираются назначать, кто там смотрящий, не смотрящий, это, я еще раз говорю, задавайте эти вопросы там губернатору, тим кандидатам и слугам, мені це неізвісно. Так, таке дійсно цікаве питання, але, як ми бачимо, депутати від правлячої партії, вони, як той Джо, якого не можна спіймати, питання знову залишається. Отже, серпень, до жовтня 2,5 місяці. З чим регіон підходить до цієї дати, до місцевих виборів? Основні проблеми, зокрема, там ваша політична сила, які вона бачить, які вона знає, як вирішувати. Ну, критикувати дійсно можемо, а ось пропонувати теж потрібно. Ви знаєте, я думаю, що головне питання, що на сьогоднішній день взагалі зруйнована владна вертикаль. Це досить серйозна проблема, тому що у влади майже не залишилося професіоналів, які би працювали на відповідних посадах, і це дуже серйозна проблема, яка стосується майже всіх галузей державного управління як такого. Якщо говорити о соціально-економічних проблемах, то, знаєте, от я бутність там свою губернаторську, ми строїли плани по розвитку, такі формували стратегію, яка не суждено, к сожалению, було збитися, стратегію розвитку області до 2020 року, тоді в 13-му, зараз вже наступив 2020 рік. Ничего практически из того, что мы тогда планировали, не реализовано. Но в частности, вот тогда один из моментов, который был и вот в 2006-2010 году, когда я работал в областном совете, и в 2013 еще, когда был в областной администрации, это была тема новой трассы Одесса-Рени. Но это было не в плане переложить асфальт на действующей трассе, частично, как было сделано при предыдущем режиме Порошенко. Это была новая трасса абсолютно с новым мостовым переходом,
через Дністровський лиман. Траса, которая должна была стать одним из частей Европейского транспортного коридора. Траса, которая должна была стать таким, ну скажем, центром притяжения инвестиций и государственных, и концессионных с точки зрения средств на ее строительство. И вокруг этой трассы, скажем, много могло появиться таких моментов, точек роста области, именно индустриальных точек области, чего на сегодняшний день не хватает. Проблем, если взять их вот в комплексе, то их, ну, такая и маленькая, и большая проблема, маленький пример, может быть, хотя он далеко не маленький, потому что ключевой порт. То же сейчас творится с Черноморским портом. Ну как может быть порт, Черноморский порт убыточным, когда мы понимаем, что его специально доводят до банкротства с тем, чтобы, опять же, на абсолютно безоплатной основе передать его частным структурам. А за этим портом стоят люди, стоят рабочие места. Если в государственном порту они все имели рабочие места, платили налоги и так далее, кормили свои семьи, то частная структура планирует совершенно все иначе. Очень много из этих людей окажется на улице, а те поступления в бюджет, которые шли от государственного предприятия, они прекратятся. Это было видно, скажем, на примере, когда говорят, там, рассказывают сказки про приватизацию. Можно сравнить, допустим, сколько платил «Экс-Нефтепродукт» во времена, когда он был, руководился покойным героем Украины Владимиром Станиславовичем Филипчуком, сколько он платил в государственный бюджет, и сколько он стал платить после приватизации, когда туда пришли другие люди. Сейчас активно говорится о приватизации Одесского припортового завода. Я, будучи председателем Одесского областного совета, во времена премьерства Юлии Тимошенко входил в комиссию по формированию конкурсных условий по приватизации Одесского припортового завода. Во-первых, цена была совершенно, это были миллиарды, которые должно было государство получить, но тогда ставилось потенциальному покупателю ряд серьезных условий и в части экологической безопасности предприятия, и в части социальной защиты работников, которые там трудятся, и в части того, что Одесский припортовый завод является бюджетообразующим для города Южный, и содержание всех тех, всей той инфраструктуры и медицинской, и там ряд было там санаториев, профилакториев, то есть все то, что для людей, то, что финансировал завод, и ставились условия, что эти все моменты должны быть сохранены при новом хозяине, при новом руководстве, ставились инвестиционные планы и так далее. Потому что, опять же, мы же прекрасно понимаем, что есть угроза того, что этот завод купят его потенциальные конкуренты, порежут его на металлолом, просто чтобы он не работал. И при той цене, которая на сегодняшний день складывается на украинские предприятия, это выгодно, потому что одновременно убивается конкурент, повышается стоимость их продукции на рынке, не надо заморачиваться тут там с газом, со всеми делами, а то, что там люди потеряют работу, так это особо никого с точки зрения продажи, это их не интересует, а это интересует как раз местную власть. Я называю вам проблемы, вот может быть так вырывая как бы кусками, но часть этих проблем, скажем, это, как кажуть, безпосередньо повноваження місцевої влади. Ну, там, дороги, там, многие другие вещи. Часть этих проблем — это вопросы взаимодействия будущей местной власти от того, какой она будет, насколько она будет консолидирована с точки зрения интересов региона, насколько она будет монолитной, сильной и профессиональной с точки зрения того, чтобы в хорошем смысле слова лоббировать интересы Одессы в Киеве на всех уровнях для того, чтобы Одесса действительно получала то, чего она заслуживает. Потому что сейчас очень много я слышу, когда многие регионы получили колоссальное финансирование под дорожное строительство, а Одесская область получила намного меньше. Ну, вот, там, все отдыхающие, которые едут в Одессу, видят, как ремонтируется там эта многострадальная дамба на Хаджибейском лимане. Все задаются вопросом, почему нельзя было отложить там эти работы, скажем, с июля-августа на сентябрь-октябрь, или сделать их там частично в апреле-мае, а там лето дать возможность отдыхающим нормально передвигаться фактически на единственный курорт, такой мощный курорт, главный курорт на сегодняшний день нашей страны. Опять же, это взаимодействие структур, власти и понимание того, что удобно людям с точки зрения, опять же, для нас,
привлечение туристов, это привлечение потенциально налоговых поступлений, это заработок наших граждан, наших земляков. С туристами тоже отдельная тема, потому что насколько, ну скажем, увеличение объема туристов ведет к увеличению поступления налогов. Один из примеров, которым я, допустим, меня все время, меня именно бесит, с точки зрения уплаты парковочного сбора в городе Одессе, когда мы видим там заплатить за там, ну, стояние на, в Одесском аэропорту, ну, за полчасика вы платите там 60 гривен. Я поинтересовался, аэропорт не платит парковочного сбора совсем. Можно посчитать количество машин, которые заезжают, выезжают, им дают квитанции, а парковочный сбор не платится от слова совсем. И Одесский аэропорт используют эту землю, рассказывают там про инвестиции, про то, про это, используют эту землю, даже у него в целевом использовании нету под парковку, а есть там под использование, то есть он даже теоретически не должен платить этот парковочный сбор, хотя взимает плату за парковку. А парковочный сбор, согласно нынешнему законодательству бюджетному, это один из тех налогов, который полностью зачисляется в местный бюджет соответствующий громады, и это третий по значимости налог, сбор после налога на доходы, части налога на доходы физических лиц и налога на землю. И наши власти совершенно этим вопросом не управляют. У нас на глазах у всего города, у всех граждан, это, ну скажем, разворовываются миллионы гривен в день, и никого это особо не интересует. Все там рассказывают, как нужно правильно делать то или это, а это простейший вопрос, деньги просто лежат под ногами, ими никто не занимается. Я, может, еще раз говорю, вы сказали, какие проблемы. Проблем начать и кончить от того, что нужно восстанавливать промышленность, и заканчивая тем, что должны платиться налоги, и эти налоги должны правильно идти на решение социальных вопросов, стоящих перед регионом. Миколаевич, мы обов'язково восени, вересні продовжимо обговорювати цю тематику, але я не можу відпустити зараз вас без питання, чи визначилася ваша політична сила з кандидатом в мери? Ну, коли ми про це почуємо? Я вже неодноразово про це говорив. Дійсно, остаточного рішення, формального рішення поки що немає. Воно буде у відповідний термін, згідно закону. Те, що наша політична сила буде висувати свого кандидата на майбутніх виборах, це однозначно. У нас велика, сильна команда. Вона, ну, скажем, от з приходом Вадима Зиновича Рабіновича на пост руководителя обласної організації, вона розширяється. Этот процес непростой, потому что, скажем, есть люди, которые у нас работают в команде 6 лет уже, там 5-6 лет, находятся в оппозиции, действительно последовательно. Сейчас приходят нам ряд людей, которые, скажем, были в других политических силах. Этот процесс объединение не всегда простой, но он конструктивный. И именно самый главный вопрос, что вот от такого конструктивного объединения ждут люди, ждут избиратели. То есть их не интересуют там какие-то личные амбиции того или другого политика, или там кто там умнее, красивее, там, веселее и так далее. А их интересует, чтобы была эффективность. И я считаю, что мы в состоянии, вот наша команда, общая команда в состоянии это сделать, и мы будем для этого прикладывать все усилия. Дякую. Як завжди, конструктивна розмова. Спасибо вам, що пригласили. Успіхів вам, вашим колегам. Нелегка робота відбудовувати регіон, країну. Успіхів. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.